Ветеранская организация «Северяне» в Урае существует второй год. И второй год участвует в фестивале, посвященному празднику урожая. В этот раз участники решили с креативом подойти к оформлению выставки и придумали не просто сказку, а целые театрализованные композиции. Так как мы северяне и название наше «Северная сказка», мы как бы придерживались этой тематики севера. И вот показали у себя здесь нашу природу северную, вот вышку, наше озеро светлое, которое знаменитое туда все, ну и все продукции нашего огорода, сада-огорода. Вот. В этом году, по словам огородников, лето хоть и было урожайным, но для земледельцев оно принесло свои сложности. Затяжные сухие жаркие дни в июне-июле чуть было не сгубили плодоносные растения. Однако небесная канцелярия все же наладила благоприятное температурное расписание, и закрома урайцев пополнились вкусными овощами и ягодами. У нас участвует 7 человек. Каждый человек представил свои достижения. Крупные помидоры, крупные огурцы, крупные, ну, что-то такое экзотическое вырастили, что-то приготовили. Очень много изделий из того, что вырастили, собрали, зимние заготовки сделали, очень много. Яблоки, помидоры, тыквы вон какие большие-большие выросли. Открыть фестиваль урожая доверили первым руководителям города. После приветственных слов глава Урая Тимур Закирзянов и генеральный директор ТПП «Урайнефтегаз» Вадим Балыкин отправились по рядам оценить старания огородников. Практически у каждого стола гостям предлагали попробовать дары урайской земли. Здесь они представили свои плоды, свои достижения. Удивительно, конечно, что в Урае виноград даже вырастает. Мы это отметили, попробовали, все очень вкусно. Некоторые плоды, конечно, заслуживают уважения. И спасибо нашим ветеранам, что они остаются в такой жизненной позиции, творческой, коллективной. Не первый год принимаю участие в этих мероприятиях. Искренне радует в первую очередь даже не столько наполнение столов, сколько позитив наших людей и ветеранов. Они настолько молодцы, они каждое это событие превращают в праздник. И вот глядя на них, понимаю, что они абсолютно молоды душой, что они полны задора, они с таким креативом преподносят свои дары. Вот, ну, у таких людей не может ничего не вырасти. Наиболее сложная задача стояла в этот раз у представителей жюри, в которое вошли помощник депутата Думы Эдуард Михель, почетный гражданин Урая Мария Стадухина и ветеран города Эльвира Терлецкая. По их мнению, каждый участник фестиваля и каждая ветеранская организация достойны победы. Огромная благодарность за тот труд, который провели наши дачники, за то удовольствие, которое было представлено сегодня горожанам. И за то, что сегодняшнее вот это вот дачное изобилие, оно будет радовать всю зиму и всю весну. Ежедневно захожу в группу в Вайбере «Сельхозрынок», «Сельхозпродукция», «Рынок», «Город Урай». И там чего только там нету. Удивляюсь вот изобилию, удивляюсь изощрению вообще и всему искусству, что там вообще наши, так сказать, огородники, садоводы могут произвести. И сегодня мне посчастливилось это увидеть все на самом деле вживую, попробовать, оценить. Все участники выставки «Дары осени 2023» были награждены дипломами. А особо отличившиеся ветеранская организация «Северяне» и совет ветеранов ТПП «Урайнефтегаз» были еще удостоены и приза «Гран-при» от благотворительного фонда поддержки ветеранов-первопроходцев «Шаима». Всех поздравляю с праздником сегодняшним и приглашаю «Северяне», председателя «Северяне». Северная сказка, они представили северную сказку. Действительно, что такое север? Это лес, это рыба, это звери. Нет, вы не звери. И все это на основе нефти. В рамках фестиваля также были подведены итоги городского конкурса «Цветочная палитра-2023». 12 победителей были отмечены дипломами, цветами и памятными статуэтками. Так, например, в номинации «Лучшая клумба-цветник» победил Сергей Овешков, представляющий 36-й дом 2-го микрорайона. А в категории «Лучшее цветочное оформление ландшафтно-парковой зоны» победа присуждена парку ТПП «Урайнефтегаз». Артем Томильцев, Александр Кашкин. Наши города.